Мурат и Катиба не расстаются ни на минуту. Вместе рисуют, вместе на игровой площадке. Брат настоящий защитник, сестренку в обиду не дает. Мальчику 6 лет, девочке 4 года. В детском доме уже год. Единственная мечта – поскорее обрести новую семью. Но на рисунках пока только они сами и будущий дом. На картинках нет мамы и папы. Детский дом наносит печать на детей, которая с возрастом где-то не сглаживается, а остается внутри ребенка. И потом неизвестно, как она выходит наружу. Чем раньше ребенка забирают из детского дома и дают ему ласку, любовь, нежность, тем ребенок впоследствии расцветает. Он забывает о тех невзгодах, что у него были. Воспитатели называют Мурата и Катибу маленькими звездочками. На всех детских праздниках они главные весельчаки. Любят петь, танцевать, читать стихи. Но на камеру свой талант соглашается продемонстрировать только Мурат. Катиба, как и полагается настоящей девочке, немного застенчива. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пусть память верную они хранят об этой муке. Дети нынешних детей, наших внуков, внуки. Мурат через год пойдет в школу. В такой ответственный период жизни родители будут особенно нужны. Сегодня дети остались совсем одни, и никто из родных их не посещает. Всем, кто хочет стать новой семьей для Мурата и Катибы, просьба звонить по единому телефону в Министерстве образования 295-262. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.